Хорошо, давайте мы сейчас перейдем к следующим выступающим, потому что у нас лимит времени. Let's go on to our next participants, because we have a limit of time. Мы пытаемся уложиться в полтора часа, которые мы анонсировали. We should try to be in frame of one hour and a half, as it was announced, it had been announced before. Сейчас мы приглашаем блогера, который является участником нашей платформы. Now I'd like to invite the blogger who is representative of our platform. Я попрошу дать слово Андрею Жарикову и спросить. Жариков. Да, и нам интересно его мнение о платформе Solidar Club и какую пользу он видит от своего участия. We are interested in his feedback about our platform and how does he see the future of our project. Добрый вечер всем, коллеги. Борис, я так понимаю, ты уже, наверное, устал переводить целый час. Я могу сам себя перевести для наших англоговорящих. Вот, спасибо тебе. Хорошо. Good evening, everybody. I'm really glad that international partners also attend during this meeting. Меня зовут Андрей Жариков. В принципе, я последние 5 лет интересуюсь направлением инвестиций и считаю, что чтобы быть успешным инвестором, нужно формировать множественные источники дохода, потому что работа в этом сегменте связана с повышенным риском, как мы знаем. So I'm myself an investor for 5 years already, so I believe in multiple streams of income, since the risks are very high in this area of our life. Also, I'm a founder of the brand Global Star Club, which I use in my videos. Я также являюсь основателем бренда Global Star Club, который существует уже 6 лет, и я использую его в моих видеороликах. И я благодарен Виталию за вообще идею создать такое международное сообщество сетевиков, предпринимателей, потому что это действительно мощная концепция. I'm really glad that Vitaly decided to unite all those MLM partners and also internet and entrepreneurs to combine our efforts and to promote different businesses. То есть идея действительно мощная, потому что мы понимаем, сетевой бизнес строится прежде всего на отношениях. Компании приходят и уходят, а люди остаются. И если выстроены отношения с хорошей командой, с выстроенными отношениями, можно достичь очень многого. So we know that network marketing is built on relationships. So as we know, many companies were closed down, but relationship between people, between networkers are still the same. So Vitaly decided to combine people from different companies, even from different countries, and using our relationships, we can do a lot of work. То есть идея на самом деле классная. Ну, собственно, я ценю ваше время, все, кто сегодня присутствует. Коротко скажу, чем занимаюсь в данный момент. В принципе, как я сказал, интересуют инвестиции. Последние полгода примерно меня больше интересуют Форекс-роботы, потому что это реально, в отличие от, скажем, различных компаний, которые прикрываются легендой. Форекс-роботы действительно работают на рынке Форекс, создают пассивный доход, торговля происходит прямо на наших глазах, и мне это нравится. So during last 6 months I'm working with Forex robots instead of companies which are just claiming that they work in financial markets. Forex robot are real, which are installed on my MT4 platform, and Forex robot is doing really real trades on the Forex market, so I can see it myself, and I like this. I like to work with Forex robots since it's real and it's profitable enough. Ну, собственно, передаю слово следующему.
Да, я благодарю, Андрей. Действительно, одной из задач Solidar клуба это является то, что сказал Андрей, сохранять команду свою во многих проектах. The main task of, as Andrei has said, the main task of Solidar Club is to keep all the followers, all the team, all the leads in one team and to follow some other projects. Поэтому в следующем обновлении нашего сайта мы будем рекламировать конкретные команды вместо того, чтобы рекламировать какой-то один или другой проект. Next update will show also teams and different teams of our club instead of explaining and giving details about only one project. Да, новые люди, которые хотят работать в команде, смогут выбрать себе, с кем работать. People will be able to choose any leader of any company and to work with. Итак, мы работаем на каждого лидера команды и на каждую команду, которая приходит в клуб. So this way we work to every leader and to every team that joins our community. Еще хочу сказать, что вы можете всегда обратиться в техническую поддержку на сайте, чтобы вам дали контакт того человека, который выступал на одной из наших встреч. Also, you can apply to support of our project at the website and to get the details of every speaker, of every performer that has taken part, had taken part in our project, in our conferences. Если говорить напоследок то, что у нас сотрудничество идут не только с основателями компании, а также с блогерами, то просьба к блогерам, которые будут к нам приходить, размещать оценку проектов. У нас будет раздел «Мнение блогеров, мнение экспертов» по поводу тех проектов, которые будут у нас на площадке презентоваться. As we deal not only with the founder of developers of the companies of the projects, but with bloggers as well, I would like to ask bloggers to give the feedback in a special part of our website to give their feedbacks about any certain project or idea. Для нас очень важно ваше критическое взгляд на вещи, плюсы и минусы каждого бизнеса или проекта. We would like to get also critical comments and to give frank impression of all that is presented in our community. Я думаю, что вы поможете людям, которые посещают эти наши встречи и смотрят их записи, более трезво смотреть и различать, какой бизнес им подойдет. I hope you will also give the help to newcomers and to new people that join our community to get the idea about any certain project and to choose the right way how to move on. Global Star Club. Возможности безграничны.